Огромной вывеской и праздничным украшением встречает клиентов гипермаркет «Континент». Он находится на улице Новая, дом 53В. Ассортимент по-настоящему широкий. Десятки стеллажей с мужской и женской одеждой предлагают сотни образов на все случаи жизни. В наличии купальные костюмы, нижнее белье, куртки и, конечно, огромный выбор летней одежды. Мы же второй раз. Да, нам все нравится. Сын приемлемый такой. В гипермаркете «Континент» большой выбор детской одежды. Здесь можно подобрать стильные и удобные вещи на любой размер. В наличии как повседневные модели, так и прекрасные платья и смокинги для праздников и семейных фотосессий. Все так красочно, нарядно, глаза разбегаются, поэтому, не знаю, наверное, что-нибудь присмотрю еще. Уже купили, оделись, обулись. Очень хорошо, все дешево, доступные цены. Вчера была первый раз. А сегодня пришла вот дочку одевать. Разнообразие товаров и доступные цены – главное преимущество гипермаркета «Континент». Гостей ждут сотни уникальных товаров. Среди них отличного качества игрушки, различные машины, плюшевые мишки, конструкторы. Очень большие объемы товара. Здесь можно найти все, я думаю. Гипермаркет «Континент» станет незаменимым помощником для тех, кто хочет привнести в дом тепло и уют. Он порадует широким выбором посуды, хозяйственной утвари, подушек и одеял из самых разных материалов. Например, с наполнителями из лебяжьего пуха, бамбука, верблюжьей и овечьей шерсти. Зашел купить себе ковер в гостиную, то есть давно искал хорошее качество. Тут цена приемлемая, то есть как бы, что редкость вообще, если объехать так посмотреть. И качество, цена все устроило. В гипермаркете «Континент» сотни моделей обуви и аксессуаров. Есть абсолютно все, от зонтов и шляпок до сумок и бижутерии. Богатство выбора поможет создать законченный образ. Глаза раздержать, вот нужно все. В другой магазин приходишь, там одна стоит. Есть вот такая, есть. Ну, тоже неудобно. А здесь вот сразу много. Гипермаркет «Континент» ждет посетителей по адресу улица Новая, дом 53В. Время работы очень удобное – с 9 утра до 9 вечера. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».